1939 год. Армии нацистской Германии начинают завоевание Европы. Сначала пала Польша, затем Дания, Норвегия, Франция, Бельгия, Люксембург и Нидерланды. Настал 1941 год. С армией более чем 7 миллионов солдат нацистская военная машина повернулась на восток и начала вторжение в Советский Союз. Используя тактику блицкрига, они быстро продвигаются вперед, неуклонно прорывая советские линии обороны, и подходят к Москве менее чем через 4 месяца. В условиях острой нехватки подкреплений защита Москвы оказалась в руках тысяч новобранцев, которым предстояло сдерживать регулярные и отлично обученные немецкие силы в смертоносных холодах ужасной русской зимы. Товарищи, помните, вы находитесь на линии фронта. Если хотите выжить, слушайте меня. Подойдите к столу и возьмите оружие. Надо двигаться быстрее, товарищ. И тебе нужно настоящее оружие, чтобы убивать фашистов. Звезда на компасе указывает на местоположение твоей текущей задачи. Теперь иди на склад и получи пистолет и винтовку. Хорошо. Теперь вернитесь и доложите комиссару. Хорошо, товарищ. Звезда на компасе указывает на местоположение твоей текущей задачи. Ну, посмотрим, как ты стреляешь. Целься в мишень! Пистолеты и автоматы годятся только для стрельбы на ближних дистанциях. Если цель далеко, бери винтовку к огневому рубежу. Готовы? Стреляйте по посуде. Представьте, что это враг. Советую целиться, козлом. Очень хорошо. Неплохо. Очень хорошо! Козлов, хватит! Теперь испытание на время. У тебя 15 секунд на то, чтобы сбить все каски. Готов? Огонь! Так, отлично! Теперь иди сюда! И ударь по мишени прикладом. Хватит, товарищи! Подойдите сюда и возьмите гранаты. Это же картошка, товарищ комиссар. Почему у нас картошка вместо гранат? Потому что настоящих гранат у нас слишком мало. Граната должна прикончить фашиста, понял? Так точно, товарищ комиссар, виноват. Теперь бросайте картошку в мишени. Неплохо. Хороший бросок! Очень хорошо! Товарищ комиссар! Товарищ комиссар! У нас тут пленный! Вот! Hören Sie auf! Bitte töten Sie mich nicht! Unsere Truppen umziehen ihre Positionen schon im Südostsektor. Мимо нашей линии обороны, на юго-восток. Sie werden von Kettenfahrzeugen und Artillerie unterstützt. Немцы готовятся атаковать с юго-восточной стороны. Это не шутки! В подвале дома на восточной стороне находится оружейный склад. Идите, наберите там боеприпасов. Я останусь здесь, присмотрю за нашим гостем. Помните, чему вас учили? Вперед! Вражеская пехота! Отдайте мне! Вперед! Что это? Расстреляйте вас! От ранчей! Вы забыли!
Пожалуйста! Погоди! Уйди, пожалуйста! Держитесь, товарищи! Еще чуть-чуть! О, пошли! За мной! Немцы идут! Вон, у броневика! Учишься в настоящем сражении. Советского Союза. Мы не испытываем к вам вражды. Мы воюем.
фашистов! Держать оборону! Не пропустим фашистов! Спокойно, товарищи! Сейчас они подойдут поближе! Товарищи! На родину! На Сталина! Огонь! Вон они! Огонь! Опасное расстояние! Сейчас!
Сталинград, 1942 год. Немецкие войска сравняли город с землей массированными воздушными бомбардировками. Тем не менее, в городе их пехотные части столкнулись с ожесточенным сопротивлением, поскольку на защиту Сталинграда были брошены все силы Красной Армии. В ходе постоянных боестолкновений в городе была практически стерта линия фронта. Среди руин оставалось множество укрепленных огневых точек, окруженных ничейной землей. Немецкий расчет на бронетехнику и точные скоординированные удары оказался бесполезен на узких разрушенных улицах Сталинграда. Оборона Сталинграда имеет огромное значение для всего Советского Союза. Красноармейцы будут защищать город до последней капли крови. Козлов, нужно наладить связь. Иди со вторым отрядом и устрани разрыв кабеля. Мы с первым отрядом займемся этими зданиями. Встретимся с той стороны. Действуй! Смерть необходима! Не позволяйте этому! Пулемет! 42! После круга булыжника! Иди его по
sich in Vertrieb! Gegen Deckmann! Zulass mich von uns! Wenn du mit dem Kämpfen fertig bist, schicken wir die ganze Tyrien! Sowjetische Truppen! In den Sandsäcken! Geradeaus! Sowjetische Truppen! Bei den Sandsäcken da! Geradeaus! Gefeuert!
в депо! Скорее!